Наши корреспонденты продолжают исследовать целесообразность распределения 22,5 миллиардов тенге, сэкономленных в бюджете Алматы. Сегодня речь пойдет о капитальном ремонте одной из пешеходных зон мегаполиса. На это планируют потратить почти 800 миллионов тенге. Напомню, Маслихат Алматы внес уточнение в финансовый документ. Согласно новой версии, большая часть средств будет направлена на завершение уже начатых проектов. Сейчас с нами на связи моя коллега Фариза Булатбек. Фариза, добрый день. Я знаю, что мы подбили не только примерную стоимость ремонта одного метра этой пешеходки, но и поговорили с экспертами. Какая в итоге... Мариам, приветствую. Как ты уже заметила, одним из заинтересовавших нас пунктов в статье расходов стала пешеходная зона на улице Сауранбаева. Маслихат принял решение выделить на ее капитальный ремонт 563 миллиона тенге. И тут начинается самое интересное. Вчера мы решили съездить на эту самую улицу. Ремонт уже начали. Как видно на кадрах, работа не просто идут полным ходом, а близятся к завершению. Что здесь происходит? Этот вопрос мы адресовали представителям районного акимата. У нас в начале года то, что вот выделяли средства, объявили тендер, да, вот здесь карантином было остановлено было все. Вот, срывались, где-то скидки условно предоставляли компании. Это все как по газах уйдет. Соответственно, после него, если денег в бюджете, в местном бюджете нету, то из них может финансирование происходить по линии ДКЗ, дорожной карты занятости в этом плане. Район сам, он средства напрямую, допустим, у нас нам то, что выделяют на район, мы на эти средства и объявляем. Из ответа чиновника стало понятно, что, во-первых, на эту пешеходную зону изначально районный акимат выделил 219 миллионов тенге. Соответственно, тендер уже был выигран. Во-вторых, теперь городской акимат намерен дофинансировать этот проект еще на 563 миллиона тенге, так как он в рамках дорожной карты занятости. В итоге пешеходная зона протяженностью 800 метров обойдется в 782 миллиона тенге. Получается, стоимость одного метра обойдется почти в миллион тенге. Для сравнения, по улице Габдуллина аналогичная пешеходная зона с такой же протяженностью обошлась другому району в 425 миллионов тенге. Тогда жители жаловались и писали в соцсетях, что проект обходится очень дорого. Возвращаясь к теме прозрачного распределения бюджетных денег, возникает вопрос, а куда же смотрели депутаты Маслихата, в компетенцию которой входит контроль за реализацией местного бюджета? На мой взгляд, Маслихат на сегодняшний день занимается тем, что просто это легитимизация уже принятых решений. То есть, получается, Маслихат он не обсуждал, не публично. То есть, это быстро провели мероприятие, чтобы утвердить то, что уже акимат давно для себя решил. Маслихат и депутаты Маслихата – это тот орган, который должны биться за бюджет, да, и биться за то, чтобы он наилучшим образом отражал интересы людей, горожан. Еще один пункт в статье расходов, он был обозначен как прочее и на которое выделялось 816 миллионов тенге. Что же включено в это прочее? В городском акимате нам предоставили письменный ответ, его вы сейчас видите на своих экранах. Больше половины из этой суммы выделяется департаменту полиции, но это уже тема для другого материала. Мариам, вам слово. Спасибо, Фариза.